7 апреля состоялась встреча с вице-премьером Российской Федерации в рамках его рабочего визита в Казань. Поводом для посещения столицы стало заседание коллегии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Но прежде было принято решение посетить Казанский федеральный университет. Ильшат Гафуров лично встретил гостя и рассказал ему о том, какой путь прошел КФУ для достижения поставленных целей. В музее истории университета возле стенда, который показывает динамику развития вуза, ректор КФУ пояснил, с чего все начиналось в 2010 году. О том, что такое федеральный университет, Александр Хлопонин знает не понаслышке. Зампредседатель правительства России объяснил, что сам стоял у истоков первого из них и понимает всю сложность концентрации столь большого количества направлений в рамках одного учебного заведения. Тему развития технологий и их влияние на человека и экологию продолжили уже на встрече со студентами. Это и стало одной из главных причин визита в университет. Вопросы были самые разные, но в большинстве своем оказались именно профильными. Это не случайно, ведь в зале собрались учащиеся экологического и биологического направлений. Студенты поинтересовались запланированными стипендиальными программами, но особый интерес вызвал вопрос строительства в Казани мусоросжигательного завода. Ответ был однозначным – строительство завода экологической обстановке не повредит. Встреча с вице-премьером была короткой, всего 40 минут, однако Александр Хлопонин остался доволен уровнем подготовки студентов, задававших по-настоящему интересные вопросы. Анастасия Буряк, Ленардо Влетьяров, Универньюз.